я буду делать видеоприкол, чтобы вы посмеялись ради моих подписчиков. Если вам понравится, лайкайте. Прежде чем приступить к видео, я попью немного теплой воды, а то, чтобы так сильно не хрипеть. Ну вот, уже получше. Итак, начнем. Наша как правильно краситься. Наносим его вот сюда, вот на эти места. Нанесла сюда, теперь на нос и переносится. Далее мы приступаем к губам. Берем любой карандаш для губ и делаем. Итак, чтобы визуально увеличить губы, нам надо взять карандаш. Я возьму белый, хоть у меня есть розовый. И рисуем чаечку. Так. Делайте форму губ любую, какую хотите. Тут ваш вкус должен работать. Не забывайте, что это все делается ради того, чтобы смеяться. Крашу себя намного лучше на самом деле. Так, форму губ я сделала. Далее берем яркую помаду. Помаду средней яркости и будем закрашивать наши губы. Можно, кстати, на Хэллоуин использовать. Вот так. А далее возьмем еще более яркую помаду. Сейчас мы будем подкрашивать контур. Я сделаю губы в форме сердечка. Так. Далее мы приступим.
наш смоки айс. Берем тени цвета мокрый асфальт. И наносим на все верхнее веко до бровей. Вот так. Далее берем черные тени и делаем это все поверх цвета мокрого асфальта. Вот так. Делаем все то же самое со вторым глазом. Теперь рисуем брови. Берем черный карандаш. Я возьму черную подводку. Вот такая вот у меня подводка. И теперь будем рисовать брови. Открываем подводку. И отступаем сантиметр от наших настоящих. Раз. И вот здесь рисуем брови. Смотрите, как правильно рисовать брови. Делается такую дугу. И здесь такую вот маленькую дугу. Если у вас получилось кривое, не беда, это ничего страшного. Так даже лучше. Можно подправить вот так. Вот так. Далее скрываем наши настоящие брови под черными тенями. Делать дальше. Румяна. Для румяна понадобится матовая помада. Я возьму такую же, какой рисовала губы. И смотрите, сделайте вот так. Обнаружите вот здесь вот такие вот ямы. Ну, не ямочки, а наоборот, выпуклости. И рисую. Носик растушуем. И чтобы было очень красиво, сделаем вот тут такие вот стрелочки. Это не обязательно. Наш макияж готов. Вот. Если вам понравилось, ставьте ваши лайки. Точнее, мне нравится. А подписывайтесь на мой канал. Я вас не прошу. И не забудьте, это была всего лишь иллюзия того, как я крашусь. Покрашусь я лучше. 100%. Это было всего лишь видео порешать. Ну, всем поки-поки.